Всем бонжур! Сегодня понедельник. И на самом деле, сегодня вышла предпоследняя серия «Игры престолов», которую я пока еще не смотрела. Знаете, я видела в интернете очень странный твит на тему «Ах, вот, я хочу спойлерить, и я буду спойлерить, у вас есть время листать социальные сети, так найдите, блин, час посмотреть серию и не нойте». И я такая, слишком грубо, потому что я, например, эту серию пока еще не смотрела, а сейчас, на секундочку, почти 6 вечера, я просто жду своего мужа с работы, чтобы мы вместе ее посмотрели. Так что не будьте агрессивными к людям, которые, возможно, пытаются избегать спойлеров. Я же сейчас возьму все свои документы, все необходимое, и пойду за оставшимися книгами серии «Песни льда и пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. Это будет тяжко, но я дотащу все это до дома, при том, что мне нужно еще зайти, правда, на почту, потому что мне еще пришло 3 килограмма книг, я даже не помню, что это и вообще... Ну, в общем, будет элемент неожиданности, так что go. Также отправлю я книжку, которая участвовала у нас в интервью с Андреем Бабиковым. Тут же, кстати, давайте покажу вам, как вообще выглядел автограф для победителя внимательному читателю с пожеланием новых прочтений от автора. 19 апреля была подписана книга. И также отправлю я вот эту вот прелесть, ну не конкретно эту, это моя свечка, но... Я, по-моему, вам даже не рассказывала, что мы совместно с Fragrance and Flame создали свою уникальную свечку. Эта прелесть пахнет ягодами асаи, древесным мхом. Запах, ну, очень-очень свежий. И вообще, у меня очень много уже свечек от этих ребят, но я хочу еще больше, потому что, ну... Мало мне литературности в жизни, поэтому я хочу. Я не знаю, остались ли еще эти свечки, потому что мы как бы делали очень маленький тираж, если можно так сказать. Но если вдруг вы не выиграли ее, а выиграла ее девушка из города Орел, и я ей туда ее сегодня и отправлю. Ну, напишите, ребята, может быть, остались. Потому что ада, в моем понимании, должна пахнуть именно так. Это прям... Пока не ушла, покажу вам еще те свечки, которые у меня еще есть от этих ребят. Я, кстати, уже несколько жалею, что не купила свечки с запахом «Игры престолов». Ну, всему свое время, да? Вот какие у меня еще есть. Добби свободен. Тут у нас запах «Чистые носки», «Хлопок» и «Дружба». Это крайне мило. Амортенция, как бы помните, для всех пахнет по-своему, но я согласна, что вот моя амортенция – это ягоды, лаванда и мэджик. Но самая моя любимая – это Шерлок Холмс. Вот серьезно, по запаху она просто фаворит. И «Пир в Хогвартсе», тыква, пекан, орех, пекан и выпечка. Ну, своеобразный запах, своеобразный. Я не очень люблю такие сладкие запахи, но вот это вот все прям... Это круто. Это очень круто, если вы также любите всякие нюансы. И, кстати, да, не забывайте, что есть определенные правила. Это просто вопрос эстетики. Хотите, ими пользуйтесь. Я лично пользуюсь, потому что мне важно, чтобы по факту первого поджога свечка потом продолжала выглядеть так же красиво и эстетично рядом с моими книжечками. Ну что, вот я и забрала все вышедшие на данный момент книжки Джорджа Мартина, а это значит, что можно сделать полноценную заставку. Thank you.
Я специально замедлила аудиокнигу, которую сейчас слушаю, как раз в исполнении Полонецких, дослушиваю «Битву королей». И вы должны это услышать. Красна у ног его трава, и знамя, как в огне, и красным пламенем закат пылает в вышине. Сюда врагов окликнул лорд, мой меч еще не сыт, и хлынули они вперед, так с гор поток бежит. Мне вообще всегда казалось, что такие моменты в книгах нужно зачитывать. Я впервые слышу именно пение чтеца, и, кстати, ну, это неплохо, прям на самом деле. Я сначала услышала это на скорости 1,6, а это звучало забавно. А так, да, неплохо. Вот такие вот моменты есть еще в аудиокнигах, имейте в виду. А еще, чтобы вы знали, я тщательно читаю каждый комментарий, который вы оставляете на моем канале под моими роликами. И самое главное, за что у меня цепляется глаз в очень большом количестве комментариев, это претензия к возрасту героев. Были претензии, что вот, мол, в первой книге Дейенерис выходит из огня, будучи лысой, без своих роскошных волос. Не про меня история. Но, по-моему, все очевидно, да, что вопрос просто в кинематографичности сериала. То же самое касается возрастов персонажей. Да, в книге Дейенерис 13 лет, когда она беременеет. Да, это беременна в 13. Вот так вот всякие там телеканалы Ю и прочее. Да, Дейенерис беременна в 13, но вы представляете, какой бы ор поднялся, если бы в сериале нам показали 13-летнюю девочку, ну и, в принципе, очень молодых детей, которые переживают всякий такой вот кошмар. Поэтому ничего удивительного нет в том, что, да, для сериала выбрали актеров, которые выглядят и по возрасту своему действительно старше, чем их книжные воплощения. По-моему, это вполне логично, никаких особенных претензий у меня все-таки нет. Хотя я понимаю, что я там не вау какой-то бешеный фанат, но, в общем-то, я не вижу повода истерить. Поэтому вполне себе нормально. Слава богу, что Дейенерис беременна в 13 только на страницах книги, а актриса Эмилия Кларк все-таки постарше, так что ничего страшного. Многие наезжают, что вот, мол, персонаж Кейтлин Старк в книге, ей лет 30-35, по-моему, там все-таки звучит возраст 34, но я могу ошибаться, так как много информации за это время уже прошло через меня, а вот в сериале она выглядит такой уже достаточно солидной женщиной, но мне очень нравится экранное воплощение Кейтлин, поэтому тоже не могу с этим согласиться. Давайте и под этим роликом продолжим собирать различные негативные, наоборот, позитивные отношения между сериалом и книгами. Я надеюсь на вашу поддержку. Пишите, пожалуйста. Я закончила читать «Битву королей». Не могу сказать, что я осталась в восторге, хотя, безусловно, вторая книга все-таки поинтереснее второго сезона. Мы видим, как раскрываются персонажи, мы видим больше деталей в их диалогах. Простите меня за освещение, мне просто вообще-то как бы влом ставить профессиональный свет свой. Но самое главное, я приступаю наконец-то к третьей книге Джорджа Мартина. Я очень надеюсь, что все-таки здесь, в третьей книге, не так все плохо с переводом, потому что, конечно, отношение издателя к читателю меня несколько пришибло. Мы с вами активно пообщались на тему перевода в предыдущем ролике. Вы мне сказали, что вот есть подарочные издания «Игры престолов», там все гораздо лучше с переводом, не так все жутко, не так все страшно. Но подвох в том, что какие бы деньги я ни тратила на книги, я хочу получать в первую очередь качественную, уважительную к себе работу, а не какую-то халтуру, как, к сожалению, оказалось в этом переиздании книжной серии, как вы видите, 2019 года. Увы и ах, но все же у меня есть все книги теперь, которые вышли в этой серии, которые вообще пока вышли у Джорджа Мартина. Так лучше, да? Да, мне так тоже больше нравится, потому что мне ничто не режет глаза. Самое главное, что я хочу вам сказать, знаете,
Большое вам спасибо. Я делаю первые шаги в этот фанатский сектор, назовем его так. Я очень рада, что люди не реагируют агрессивно, что все очень лояльно, все понимают, что я хочу донести. Это для меня, конечно, очень важно. Но еще важнее тот факт, что вы поддерживаете комментариями, вы поддерживаете вообще все, что происходит. Класс! Я рада. Спасибо. Я пошла читать. Ну и вы, наверное, уже вскользь это видели, но... Что с ним не так? Что не так с его бородой? Она какая-то, простите, лобковая. Но... Есть ли тут имя художника обложки? Давайте-ка поищем. О, карта! Смотрите-ка. А в третьей книге тоже будет? Карта. Ну-ка. Ну-ка. Они... Нет. Нет, карта появляется только в четвертой книге. Ладно, бог с ней. Давайте узнаем имя художника. Художник. Ага. Д. Андреев. Не Пикассо, конечно, но... Но чё б нет, да? Вообще-то я все понимаю. Я понимаю, что этот влог получился более жизненным, ежели книжным. Сорян. Но что-то мне захотелось показать маленькие литературные ништяки, типа вот этих, из которых состоит моя ежедневность. Я не знаю вообще, насколько это интересно, но почему бы нет. Некоторая часть аудитории просила у меня каких-нибудь домашних влогов, поэтому получите, распишитесь. Вот, и все. Да, на этом, наверное, все. Я прочитаю третью книгу и выпущу уже подытоживающий ролик, наверное, связанный конкретно с нею. Потому что, честно скажу, докапываться до перевода, докапываться до опечаток, оформления, мне чё-то как-то опять солнце надоело. Ну да, я понимаю, что это халтурное отношение к читателю. Я понимаю, что есть дорогие книги, в которых хороший перевод, и есть дешевые, в которые запихали то, что есть. Ну, чё, бывает. Смысл книг все равно от этого не меняется, да, меняется только отношение к издателю, но это, как говорится, уже мои личные проблемы, и ни в коем случае никак они не повлияют на саму историю Джорджа Р. Мартина. Вас не бесит, что я так говорю? Меня что-то подбешивать начинает. Ладно, заканчиваем на этом. Ждите скоро итоговый про бурю мечей. Вот, что-то я чересчур продуктивная, поэтому поддержите меня лайком. Все, и смотрите те ролики, которые еще не смотрели. Вот.